Сегодня у нас 29 октября 2017 года. Это мы находимся в городе Барнаул, на площади Спартака. Это магазин Мария Ра большой. И веруйте в Евангелие. Брат наш Сергей Кубков привез на своей машине. Он Евангелие берет. Вот с нами поехал Игорь Дубунов, Надежда Васильевна Лапкина. Надежда Васильевна. Надежда я понял. Сейчас выпуск патриарши, вот видите какие. Ну, хорошее чтиво. Тут от чтиво. Мне все когда здесь настроение плохое, я душу. Вот почитайте, если компьютер есть, тут еще больше чтения. Спасибо. Евангелие бесплатно. Слова Иисуса Христа о вечной жизни. О спасении души человеческой. Есть еще больше. Мужчина, сигаретку только, пожалуйста, уберите. Режет. Да я такой стрёмный, что. Не надо. Просто это, когда вы курите, то мозг о другом думает. Удовольствие. А это слова Бога, вы воспримите. И вообще, если бросить здоровье. Народ вперед? Да. Слово Господне. Надежда Васильевна туда пошла, Игорь вон там. Хотя, так на него посмотришь, настоящий старообрядец. Старообрядцы с вами о Христе не будут разговаривать. Дело все в том, что у них даже перевода Евангелия на русском языке, а у них только славится. И все. И они ничего не поняли. Открыли, и все, и забыли о чем. Ничего не поймет. Знаете почему? Потому что церковно-славянском языке никто не говорил. Он и называется церковно-славянский, церковно. Он был изобретен для того, чтобы славяне, общие племена славян, ну, хоть как-нибудь понимали. Болгары не говорят так. В Румынии не говорят так. В Греции, естественно, это вообще другой язык.
В России тоже так не говорят. Но вы видели хоть одного батюшку, чтобы вышел на церковь на славянском языке, сказал, завтра богослужение будет там 8 часов утра. Ну скажите мне на церковь на славянском языке эти слова. Вы их ни разу не слышали. Правильно же? Все. И в штанах-то женщины не ходят. Вы много задаете о старобрядцах, а они бы вас и на дух не пустили. Потому что, ну как можно? Я вижу только на сад. Да, и вы думаете, он простит. Там написано, кто носит мужскую одежду в Библии, тот, кто написано, мерзость предо мною, Господь, мерзость. Ну, мы уже слово мерзость, мы понимаем, что это. Я вам дал нашу. У вас есть компьютер? Заходите на нашу страничку обязательно. Вы мне очень понравились. У вас живое выражение глаз. Хорошо, что вы о старобрядцах заговорили. У вас знакомые, наверное, да, они есть? Они хорошие люди. Работящие. Это священное Евангелие. Священное Писание. Четыре книги. Помоги Господу вам достичь вечного блаженства. Так, оставь. Давайте, я уже все раздала, все. Там прямо на территории? Просили прийти. Нет, на остановке. А, на остановке. Хладность у всех, это никто желает. Бесплатные то не хотят брать. Удивительно, что за народ. Васина пошла в церковь. Спрашивали тоже Евангелие, где можно взять. Русская православная церковь Московского патриархата Барнаульской епархии. Церковь святителя Дмитрия Ростовского, город Барнаул. Вот так вот. Слава Христу. Мужчины Евангелие, он сидит уже читает. Благослови Твоего Господь, да просветит его разум, душу, сердце его.
Господом Святым. Поблагодарить патриарха Кирилла. Зачем вы снимаете? Для истории. А? Для истории. У нас канал вот есть, вот, смотрите. Вот, заходите. Вот здесь много полезного, возьмите для себя. У нас сайт свой. Люди смотрят, интересуются, чем мы занимаемся. Которые тянутся к вере, хотят стать христианами. Нет, здесь вот. Мы для них снимаем. И дать пример православным, чтобы также проповедовали вам, раздавали. Ну, если есть человек, вы возьмите вот сайт наш. Здесь жития святых есть, то, что не будешь носить. А читать надо. Можно и даже слушать. У нас и на аудио начинка есть. Можно Библию слушать. Златоуст. Допустим, на кухне готовите, включили себе и слушайте. Помоги Господи. Взял я себе еще и. Ты народ-то обращаешь. Я прям Библию еще взял. А бабушке приходил, давал. Купи у нее огурцы, и она тебе возьмет. Православный это был юмор. Да. Я же вот, видишь, набрал, вот взял сыра фермерского, маслица, прям домашнего. Так, не надо подавать. Вот так уверенно подавать. Вот. Тогда сейчас у тебя сразу. Я говорю, давайте. Видишь, вот все есть. Иди, сейчас вам люди будут переходить. Близко только не подходи. Слова Иисуса Христа вечером. А здесь написано имя Бога. Что такое? Что, ветки заветные?